С приходом весны и теплой погоды в крае стартовал традиционный месячник по наведению санитарного порядка и благоустройству территорий населенных пунктов. 13 апреля был проведен Всекубанский субботник, в котором активное участие приняли и жители нашего района. Подробности в следующем материале выпуска. На городских улицах, парках и скверах субботним утром закипела работа. Сотрудники администрации, школьники, студенты, работники организации и предприятий свой выходной день решили провести с пользой для родного города. Мне коллектив общественно-социального центра, который работает у нас в управлении, принял активное участие в нашем всероссийском субботнике. Мы работаем здесь недалеко, поэтому решили благоустроить, убрать свою территорию, чтобы было красиво, чтобы было... Нам радостно смотреть. Мы тут ходим по магазинам, понятно, женщины, поэтому все решили для себя сделать, чтобы было красиво около своего дома, около своего предприятия, в своем родном городе. Во время уличной генеральной уборки были побелены бордюры на центральных улицах города. Окрашены павильоны ожидания, собран мусор. В скверах и парках отдыха очищены клумбы и подметены пешеходные дорожки. Убрана листва, окрашены детские площадки, скамьи, спортивные сооружения. Это все лучшее детям. Работаем на благо общества. Субботник у нас сегодня. Самые лучшие работники на субботнике. Ну, мы люди тех, как сказать, поколений, молодежь привлекаем. Мы всегда отвлекаемся, потому что кто, если не мы, будем так говорить. Хотелось бы, чтобы жильцы вышли нас поддержать, но пока нет таких товарищей. Действительно, некоторые жители предпочитали наблюдать за тем, как проходит субботник, а не принимать в нем участие. Но надо отметить, бездействовали не все. Сотрудники магазина автозапчасти по улице Ковтиха привели в порядок клумбу. А пенсионерка Лидия Корниенко, несмотря на проблемы со здоровьем, убрала свою придомовую территорию. Постоянно убираю, чтобы было чистенько. Для меня радостно будет, когда чистенько. Это я сейчас на операции готовлюсь, так у меня... Еще не так, конечно. Вот сейчас буду белить, деревья буду белить, наготовила и здесь бордюры буду отбелить сейчас. Большой фронт работы силами сотрудников районной администрации был выполнен на территории старого кладбища. Там были спилены аварийные деревья, расчищены от веток и мусора, памятники и могилы. Активное участие в субботнике приняли учащиеся учебных заведений. Студенты покрасили памятники в сквере 40-летия Победы. Занимались уборкой улиц от мусора, побелкой бордюров и деревьев. Студенты сельскохозяйственного техникума активно принимают участие в субботнике. Мы красим бордюры, подметаем, для того, чтобы в нашем городе было уютно и приятно жить. На территории города в субботнике приняли участие около 500 человек. Всеобщими усилиями было приведено в порядок 5 скверов и парков, покрашено 9 детских площадок, побелено более 100 деревьев. После генеральной уборки Славянск на Кубани заметно преобразился, засияв свежими весенними красками. Однако работы по наведению санитарного порядка на этом не заканчиваются. Уважаемые славянцы, давайте дальше поддерживать наведенный порядок, уважать труд своих земляков. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».